Теперь, наверное, надо взять. Поставим вот это вот. Скилл нам здесь не нужен. Интересно, пассивная. Не, пассивная не перемещается, да, навыки. Ну, это понятно. Не по умолчанию, значит, работает. Так, что еще тогда интересного можно здесь поставить? Да, в общем-то, тут ничего и не поставишь интересного. Ладно, пусть будет так пока. В общем, вот такой вот вариант получается с кастетом. Довольно-таки неплохо он воюет с ним. Пока быстро. Ого. Да что столько хп уходит-то? Так, тут надо сматываться. Да, ребята, ну тут, блин, интенсивность действий, конечно, зашкаливает. Столько всего происходит. А вот выход получается на следующий уровень подземелья. Да, неплохо, неплохо. Ну, вы знаете, по-своему, конечно, интересно. Вот это все. Даже несмотря на огромную скорость, все, что здесь происходит, по-своему интересно. Так, сейчас мы их выманим. Этого вызовем. Так. Давай, давай, давай. И вот так вот. Сейчас я щит, я сейчас тебя щитом. На, еще тебе. На. Получи. И так вот. Красота. Зрелищно. Ух ты, здесь еще. Прямо так огнем. Понятно. Сейчас давайте нам этот. Да хватит уже. Сколько можно. А, вот в чем дело. Рычаг надо было нажать. Давай, сундучок. Так, что тут? Тут входа нет, да? Понятно. Хорошо. Все, значит, следующий уровень подземелья. Так, ну что? Неплохой довольно-таки вид вооружений. Что теперь попробуем? Ага, это что? Неизвестный топор. Распознаем. Так, 53 уровень. Ого. Вот это нам вообще пока никак не доступно. Сейчас мы это отправим. Наверное, пусть он... Хотя, пусть пока побудет. Так, тут предметы не ахти. Так, вот это выложим. Интересно нам это. Плечники на плечники. Слабенькие. Так, ну, блин, неплохо. Так, вот единственное, что пояс. Что с этим поясом поменять может? Ну, защиты от... 107, ну ладно, пусть будет. Он помощнее в целом. Так, тогда мы этот продадим. И сейчас попробуем, наверное, так. У нас... Да, кстати, мотыгу мы проверили не ахти. Честно говоря, мы ее тоже продадим. А сюда мы с вами поставим, наверное, арбалет. Да, поставим арбалет. Кастет мы посмотрели. Неплохой. Реально неплохой. Вот, можно его использовать. Не знаю, может, его пока еще оставлю. Место есть в любом случае. Щит 61. Сколько у нас в этом щите? Здесь у нас... так. Герой древности. 58 физические доспехи. Здесь 61, да? Сопротивление бросания 47%, блокировки. А здесь шанс блокировать 15. Плюс применение и сопротивление. Это, ну, вообще намного, конечно, чем вы говорите.
Да, потом мы еще туда кристальчик вставим, вообще будет сила. Так, ладно, пусть пока вот эти два предмета полежат вот здесь, вот они как для отдельного набора, да. Те, что мы не используем, мы вот сюда, наверное, положим, да. Или... Нет, вы знаете, где их? Мы вот тут их расположим. А, так, это классное вооружение. Это такое, что можно применять, можно не применять. Огненные доспехи, фокус, с параметром фокуса, огненные доспехи, скорость применения заклинаний плюс 3 и 1 физического урона. А здесь 9% к параметрам фокуса. Ну давайте попробуем, ладно. Фокус. Сделаем на него акцент. Так, пусть пока будет, еще место есть. Все, теперь попробуем мы с вами вот этот вариант с арбалетом. Ну не знаю. Взгляд, это такая штука спорная. Для этого персонажа, по крайней мере, для него мушкеты более оптимальный вариант. Ну, честно говоря, и с ними далеко не всегда получается то, как хочется. Так, попробуем так, ладно, давайте попробуем так. Жаль, что нельзя здесь еще дополнительно отдалить камеру, потому что ну, это реально неудобно. Сбрасывая даже. Вот просто не успеваешь, вот ну, неудобно. То есть вроде как бы можно использовать, но блин, сложновато. Этим арбалетом. Так, ну давай я попробую вот так. Да, ну вы что, ребята, с такой-то мощностью сейчас я защиту хоть вызову. Так, и вот это еще вызову. Да, ну тут, в принципе, все зарешали наши мобы. О-о-о. Да не, ну это вообще не играбельный класс, на мой взгляд. Так. Это не атака вообще. Это вообще не атака. Не, это неинтересно. Вообще, это намного слабее даже этого мушкета. Намного слабее. Так, двуручный меч лучше я поставлю. Да, совсем слабенький. Кольцо. Так, судя по всему, не очень. Книжку прочесть можно? Нельзя. Так, 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 так. Да, я щит еще убрал. Есть. Так. Сейчас точно заметелят. Не, все-таки я так думаю, что в сегодняшнем положении вещей, да, вот, учитывая, что персонажа нашему надо качать броню и живучесть, и уклонение от удара, конечно, бегать с таким атакерским оружием, вот типа этого, это не очень хороший вариант, поэтому сделаем, наверное, мы по-другому. Так, вот еще появился интересный у нас вариант. Так, чё его не передал этому? Здесь 36. А здесь 275. Так, ну ладно. Вот это, вот это, вот это никуда не годится. Сейчас мы попробуем. Зачем здесь? У нас есть молот, да? Да и вот эта штука поэффективнее была. Вот этот вариант нам более интересен. Там пока ничего не будем ставить. Потому что защита у нас совсем никакая. Так. Ладно, давай рычаг. Нажми его. Чего он нажать-то не может?
Может, прыгнуть надо? Ну-ка. Где у нас прыжок? Так, нет, это не то, это не то, это не где-то у нас прыжок был. Это я торможу. Где у нас скилл, что он выпрыгивал? Так, натиск, а вот этот, наверное. Нет, это боковой удар. Натиск, а вот натиск у нас, да, ну давай. Давай натиск. Не, он туда не может запрыгнуть. Забавно. Значит, их где-то тут что-то надо нажать. Сколько соперников-то, а? Надо уже набрать багаж полный. Ну, можно и так, в принципе, сейчас мы этот квест выполним и вернемся в город. Ты смотри, какой колдун-то сильный, а? Мы сильнее. Есть. Так, окей, окей, окей. Значит, книжки нам в упор не дают читать. Ай, боевой силикон. Так, так. Угу, атака у него. Прокачанный натиск. Я что же так умею, ну? Так, надо нашего пэта превратить в что-то пострашнее. Так. Шоколад, давай шоколад. О. Поехали. Ого. Сколько всего. Блин, недооценивал я этот навык, топот. Очень сильно недооценивал. Нифига себе, такой-то летающий меч, кладенец. Забавно. О, смотрите, что можно тут поделать. Можно просто вот стоять и забрасывать их бомбами. Все, больше ничего делать не надо. Класс, да? Правда, он телепортировался, но ничего, сейчас мы с ним разберемся. Ах ты, блин. Иди сюда. Ничего не берет. Да смотри какой. Не, все-таки уделали мы его. Да, хороший монстр попался-то, а? Блин, прям процесс настолько увлек, что я уже забыл, что мне надо комментировать как-никак. Так, ну что, половина уже заполнилась, да? Линейки опыта, да? Вот, так что. А вот и рычаг. Так, ну сейчас мы тут разберемся с соперниками, которые остались. Ого, их тут немало. Ничего, сейчас. У нас есть средства борьбы с этими соперниками, очень хорошие. Да, еще не на всех действует это оглушение. На мощных соперников как-то оно не сильно действует. Так, сейчас защиту. Вы что, ребята? Ох, и месиво. Пойди пойми, что здесь происходит.
Вот эти роботы-пауки, это вообще вещь просто. Это самый полезный скилл, который вообще может существовать у инженера. Это однозначно, на мой взгляд. Так, рычаг я нажал. Ага, вот опускаются эти, все, я понял. Пустились ворота, можно заходить. Да ладно, я тоже умею так. На, знаете, еще раз. На, все, мало. Ну хорошо, не хочешь так, на тебе вот так. Его даже не оглушает. Ты посмотри, горгулья какая мощная. Варкалин, блин. Ага, я понял. Так, сейчас. На. Тут у нас еще один. А, те уже туда не пойдут, ладно. Стойка с оружием. Лук пустошей. Образец дульнозарядного орудия. Ура! Наконец-то мушкет сейчас. Ну вот этот класс эффективный, как ни крути. Более-менее. Атаки, конечно, немножко не хватает, но вполне себе играбельно. Так, там мы уже были. Паучки. Вы где убежали? Вы же поисчезали. Так. Сейчас мы вызовем. Всего побольше. Сюда и вот так вот. И еще раз, чтоб мало не показалось. Да, конечно, турель вещь, блин, мощнейшая. Так, рычаг. Блин, я то вот и нарвался. Не, ну вообще, конечно, спецэффекты тут прикольные, как ни крути. Ну, единственное, что им, конечно, не хватает детализации. Я это уже говорил миллион раз, но прикольные спецэффекты. Вот это прям такие клыки из-под земли вылазят. Класс. Вообще, два сундука. Так, ну они точно заколдованные. Я так думаю, сейчас пока так не отвлекало. Так, раз. Что, и даже... Ничего себе, ничего не появилось? Сейчас должно появиться. Ничего? Странно. Три реджувенейшена взяли. Окей. Ну, и ладненько. Все, здесь пока все. Здесь пока все. Но там же был еще один рычаг, с которым мы ничего не сделали. Это в прошлый раз. Ого. Так, ну здесь надо, конечно же, нашего монстра вызывать. Как же без этого? Ну, еще вот этого вызовем. Иди сюда. Ладно. Да. Смотри, какой ты мощный, а? Да, вот так вот. Уже не надо. Есть. Так, ребята. Октябрята. Поехали. Смотрим, что тут дальше у нас. Ого. Такая встреча, что надо отбежать. А, еще. Так. Давайте, знаете что? Так, оглушим пока моего. Тут смотри, какой злой, а. Так, сейчас мы... что-то интересного еще есть. Лук пустоши. Ну, лук для нас это вообще фигня полная. Так, многослойная кольчуга. 42. Восполняет скорость применения заклинаний. Ну, вот такое. 4 единицы маны. Восполняет 4 единицы маны в секунду. Ух ты, а у нас 20 маны, да? Это уже интересно. Пистоль. Пистоль можно поставить, в принципе. Он им пользуется неплохо. Ну, не сказать, что прям уж круто очень. Но неплохо. 1% шанс сотворить заклинание. Здесь что? Скорость атаки высокая. Тут средняя скорость, а тут высокая. Может заколдовать. Но это не очень. 2 секунды, не мотает, это фигня. А вот это вот интересно. И вот это вот интересно. А, так. А это мы не можем пока использовать, потому что там как бы уровень, да, такой. Высокий, 49. Так. 49. У нас 45. 45, конечно.
еще качать и качать. Зато слава здесь. Вот прокачаем, еще дополнительное очко получим для специальных навыков, да. Что попробовать? Может быть пистоль, или же сначала мы попробуем все-таки использовать вот эти посохи. Интересно. Так, ну давайте вот этот, наверное, все-таки посох сначала, а потом уже мы будем этот пистолет проверять, как он действует. Так. Так вот, все. Сейчас посмотрим. С этого получится интересный опыт. Инженером воевать как магом. Вот так вот. Так, вот так. Я не понял. А, у меня здесь стоит дровой скин. Я сейчас поменять его. Вот так вот. Так. Что мы здесь поставим? Здесь мы поставим, наверное, да, тоже топот поставим. А чё бы нет. Так, слизь. Ого, это сейчас, наверное, отсюда вылезут с клетки 100%. Ого. Ух ты. Ого. Смотри, выбежал гаденыш. Стоять. 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 Его не берет вообще. Его оглушение вообще не берет. Ну да, даже рубля, по идее. И все равно. Да, это интересно. Охотник помощнее будет, да? Сначала сюда сходим. О, я знаю, что здесь надо делать. Тихо. И вот так. А, красота. На, еще раз. И еще раз. Еще один. Так, лечи давай, что ли. Да, мои читерские роботы делают львиную долю работы. За это их я люблю, собственно говоря. И, кстати, сами роботы могут создать эффект оглушения. Есть еще вот этот скилл, используя, да? Вот, получается, как бы двойной эффект такой. Стоять, что тут бегаешь все от меня, а? И вот так вот. Все. Так, я понял. Так, так, так. Сейчас. Ага. Вот, это там и получается фиолетом, это нам закидывает славу вот сюда, в панельку, когда мы побеждаем вот этих боссов. У нас показатель славы увеличивается. Это есть очень-очень прикольный момент, из-за которого боссов убивать становится интересней. Потом же на эти очки можно прокачать соответствующий скилл, да. О, ты, блин, там встреча хорошая ждет. Так, сейчас. Не-не-не, дорогой, надо отбежать от тебя, потому что ты слишком сильный. Ты слишком сильный. Так. Все, теперь можно. На тебе еще дополнительно. Вот с ними и повоюй пока. У меня же мана закончилась тут. В принципе, к Вите тут такая тактика, что можно вообще к нему не подходить, да, то есть просто бегать от него, вот так вот забрасывать его. Все. Есть, вовремя пролечился. Хорошо, что я от него бегал, потому что на его один удар, у меня там осталось 10% хп. Очень крутой персонаж. Так.
Что там у нас с показателями славы? Вот вообще недалеко уже. Так, практически получается по 1000 мы примерно за каждого из них получаем. Да, 118, тут 137. А еще надо таких штук 20 заметелить, ребята, и будет полный порядок. Так. Выбрасываем ненужное. Так. 72 запасов здоровья. Ну, 25 физически, 29. Сопротивление раз здесь у нас 15-27. Отбрасывание, зато сопротивление. Это хорошо. С параметром живучести. Живучесть это тоже хорошо. Стрик электрическим. Мы получаем урон, уменьшим. Ну, менять пока не будем, да? Хотя интересно. Так, секира 275. Скорость атаки 96, 261. Ручный меч это был у нас. Так. Не сильно интересно. 225. Куча тут всяких можно повставлять предметов в них. Вот. Здесь такой возможности нет. А здесь можно повставлять, усилить атаку. Но что-то не сильно мне пока оно. Секира. А, она двуручная получается. Угу. Вот как. Вот как. 4 единицы маны в секунду. Единственное, что ХП у нас будет явно меньше. У нас ХП сколько? 3. Ну, хотя, да, там разницы большой. Зато ману восстанавливает. И скорость применения заклинаний. Плюс можно поставить сюда еще дополнительный этот. Угу. Так, это мне тоже не сильно нравится. Так. Я еще-то, собственно говоря, этот посох не освоил. Ну, да его и не освоишь толком, потому что выбивает. ХП мало, блин. Без щита вообще плохо. Посох тишины. Так, давайте, знаете, что попробуем. Сейчас мы сделаем так. И вот так. Еще вот такой вариант попробуем, да? Так, лук бесполезно. Ну, я сейчас постреляю, посмотрите. Ну, с него толку, блин, никакого вообще. Так. Чтоб еще тут отправить на переплавку. Ну, ладно, место есть, сейчас посмотрим. Сейчас мы еще по это... чего-нибудь закинем сюда. Шоколоид. Паук, давай в паука. Все, поехали. Забавно сейчас будет с пистолетом. Видите, тут, конечно, с него толку с этого пистолета. Ну, выглядит смешно. Так. Да, атака у него, конечно. Ну, сейчас попробуем просто, чтобы на него посмотреть, насколько он реально эффективен. Никаких роботов вызывать не будем. Что-то даже атакует. Вообще, для максимальной эффективности, конечно, надо два револьвера. Вот тогда какой-то толк есть в них. Ну да, конечно, атака слабенькая. Расчет здесь на скорость, на скорострельность. Ну сейчас, давайте с ним. Просто поперестреливаемся. Да. Угу. Прямо так еще. Ну, бесполезное оружие, вообще, по большому счету. Да. Мне кажется, даже два револьвера тут особо не решат ничего. Поэтому мы сейчас лучше вот это поставим. Будет интересней. Так, это. Сюда. Два лука.
абсолютно идентичная. Да, давайте сначала лук посмотрим, может он получше будет, кто его знает. Так, опыта у нас достаточно. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Куда идем? Куда же мы дальше идем? Где-то там мы пробежали. Один из рычагов, насколько я помню. Здесь вроде бы мы все уже. Здесь было два сундука, да, там ничего интересного в общем нету. Непонятно мне. А что тогда? Что мы пропустили? Или тут такая задумка есть, собственно говоря? Даже атаковал. Угу, окей, поехали дальше. Да, вот справа получается, мы еще там не разведали. Ага, вот это получается, он в конце аж откроется. Это логично было бы, по крайней мере. Так, пошли вот так вот, спешить сильно не будем. Да, ну тут еще атакует этот лук более-менее. Сейчас. То ли лук, то ли наш союзник. В общем, толку от них никакого, честно говоря. Это просто не его класс, с него толку нет вообще. Так, теперь понятно. А, вот пушка появилась. Ага. Мы сейчас потестим. Потестим, где тут этот был. Где он был. Вот он. Потом пушку. Это будет интересно.